Привет, Марина. Привет. Здравствуйте и вы, наши дорогие любители компьютерных игрулек. И сегодня у нас игра, которая называется Chicken Assassin. Я, честно говоря, запустил ее и не совсем понял, потому что на первый взгляд эта игра кажется каким-то платформером, может быть, я не знаю, но на проверку оказывается что-то похожее на кликер. Ну, не знаю, на самом деле это хорошо, я считаю. Поэтому давайте-ка заценим. Тут есть некий инвентарь, который можно расширять. И также покупать лут, который становится, по-моему... А, нет, он не становится, кстати, дороже. Он остается у него ценник один и тот же. Если маленько себе вообще, еще... Вообще, да. Стимяне заявлены как Epic Action RPG. Epic Action RPG. Найс. Можно валить всяких врагов. Действительно, валить всяких врагов, да? Блин, ну... Ну, ё-моё. Не, ну там это прикольно. У тебя наверху есть кнопочка Battle. Да, я пойду. Я пойду обязательно, но сначала я хочу маленько накликать себе. Понимаешь? Как бы это же моя прокачка, судя по всему. Это же Epic Action RPG, поэтому я должен устроить себе маленько RPG. Так, давай. Ещё купим. Блин, инвентарь опять забит, короче. Я какой-то клей выбил, это ж интересно. Так, яблоко, как тебя использовать? Я просто продам тебя, наверное, тогда. Так, камень, пирожка. Все. Что это такое? Мне очень нравится стилистика, стиль, в которой нарисована игра. Да, кстати, он такой. Rooster Tales. Я заговариваюсь. Угу. Это лидерборды, видимо. Инвентарь, понятно. Апгрейды. Вот это интересно. Кликтуси. Дофига. И инвентарь заполнился опять. Да что ж ты будешь делать-то? Давайте купим себе еще чуть-чуть больше места в инвентории. Майонезик, ты погляди. Продать. Куда купить? Без него? Ну куда без майонеза-то? Сразу продаем майонезик. Это что, получше моего, интересно? То же самое, что у меня. Так, это газировка. Тоже продадим. Так, ну пойдем в битвы, видимо. Are you sure you want to live? Да, конечно. Господи. Так, Fight Club. Уровни с 1 по 10. Все, давай посмотрим, что за там... Что нас что поджидает. Что там за Fight Club? О, да. Какая цыпочка. Угу, какая цыпочка. А он, ты посмотри, какой мужик. Click to continue. Ее зовут Кэнди. Давайте уже мне мясо. Мясо. Будет битва, будет мясо. О, ты смотри, пришел красиво, а? Давай ушатай их. Так. Вообще я даже не двигаюсь, я просто фигачу. Кто пошел? Пошел отсюда. Ого. Ого, страшненький уже. Level up. Сурово. У него такие тоненькие ножки смешные. Куриные. Слушай, ну тут все равно на самом деле все про кликер. Вообще-то, вот если так по чесноку. Но это хорошо, мне нравится. О, боже мой! Менты пришли! Danger Inspector! Меня что, отмордовали? Меня отмордовали. Так, и чё? Bottle кэпы берем. Это тот лут, который я смог заработать. Окей. Так, а теперь время для апгрейдов. Давай-ка посмотрим. Так, Пушкин сын. Пушкин сын. Так, и здоровый образ жизни. Я уже его причем проапгрейдил, хотя не хотел уже этого делать. Так, Пушкин сын. Окей. Батл и ресурсы. Угу. Это батловые апгрейды, это ресурсные апгрейды. Ну, все ясненько. Так. Продадим еще всякую хурму, которую у меня. Я так понимаю, что ничего на. А, заэквипать можно. Витамин С.
Так, витаминки? А это... Да, это можно только продать. Аскорбиновые. Угу. Так. О, вот это я сейчас налутал, так налутал. Продадим это все нафиг. Продадим. Блин, долго придется лутать. Левел 9, левел 9, левел 3. Я хочу, честно говоря, все это нафиг продать сейчас, чтобы оно мне не мешало. И залутать что-нибудь новенькое вот это вот. Ну да, все равно высокого уровня. Да, вещами ты не можешь пользоваться. Ну, пока. Вот я так же подумал. Так, так, это то же самое. И это витаминка. Все. Ну чё, пойдем. Да, кстати, это на самом деле забавно, потому что фактически я вот трачу эти ресурсы на то, чтобы заработать снова эти ресурсы. Примерно так это для меня выглядит. Окей, давай еще повоюем. Снова бойцовский клуб. Ну давай. Я пока просто обмотки, понимаешь, на кулаках. Еще ничего вообще нечем драться мне. Такой. Да, да, да. Я же заработал некоторую часть опыта в прошлом бою еще. Новый аутфит какой-то. Угу. Майчонку можно надеть на голый. Но я не знаю, стоит ли прикрывать этот чудесный голый торс. Так, попробуем сначала ментов отмордовать. Ой, что-то меня скоро отмордуют. Все. Так нечестно, револьвер. Сделал все, что мог. Выход. Так, не, окей. Ну с пистолетом и я могу. Ну, с пистолетом-то всякий может. Ничего такого. Так, инвентарь опять полон. А витаминки, их же можно, наверное, как-то использовать. Наверное. Так, я могу заэквипать маечку еще себе. Продать. Так, и да, вердроп, я могу вот здесь вот переодеться. О! Отличные трусцы. Боксеры с сердечками, это же мне чудесно. Мне кажется, так. У каждого мужика такие должны о, быть. О, господи. О, боже мой. Так, и очечки? Ну нет, 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 нет. Вот так гораздо лучше, я считаю. Но вот боксеры с сердечками, это да, это важный атрибут. Маленько накликали. Еще чуть-чуть. Я хочу просто еще чуть-чуть прикупить лутика. Но странно, что нужно нажимать вот, вот прям вот, вот туда. Вот прям и именно туда, понимаешь? Так, продать, продать. Дайте мне уже что-нибудь, что я, блин, использовать могу. Так, в общем-то, мне на самом деле нужен какой левел? Ну, тут 9-й, 4-й, 4-й. Ну, что-то как-то далековато до того чудесного момента, когда я смогу, наконец, что-нибудь использовать. Так. Не, ну, до 4-го-то ты можешь вполне вкачаться. До 4-го могу. Я вот еще здоровый образ жизни вкачал. По идее, это мне даст больше здоровья, соответственно, больше шансов для того, чтобы пережить все, что здесь происходит. Да, смотри, у меня стало больше здоровья, 160. Я когда последний раз обращал внимание, то у меня было 110. Ну, вот и левелапчик. Да, вот и 4-й, отлично. Так, давай-ка вот этих вот двоих. Давай, цыпа. Орехоголового. Так, это все мы подсоберем, конечно же. А вон она, дама сердца. Да. С богачом каким-то сидит, который уткнулся ах ей ты. В бюст. Ах ты. С каким-то буржуем. Инспектора мордуем. Есть контакт. И на этом не конец еще? Видимо, нет. А мне здоровье восстановили. 11, 12, это что за покемон? 20. Не знаю, какие-то клешни. Ой, инспектора не заметил. Спрятался в тенях.
Вот 13-я волна из 20. Ну, тут, видимо, 20 волн. Блин, я не переживу 20 волн. Все. Фух, они слишком сильно растерзали. Но ничего, ничего, ничего. Ты знаешь, будет на нашей улице праздник. Вот я сейчас уже лутик-то... Вернется и на нашей улице самосвал с пряниками. С мандаринками. Так, продаем весь вот этот лут, и я могу использовать деревянное ожерелье. Оно дает мне хитпоинты. Это замечательно. Так, когда я в следующий раз смогу что-нибудь... А, 6-й левел, смотри-ка ты. Нужен 6-й левел для того, чтобы надеть вот эти вот замечательные боксерские перчатки. И что еще у меня тут близлежащим? Я думаю, что лут можно купить на самом деле. Давай-ка и посмотрим, что мне там такого выпало интересного. Знать бы еще, как пользоваться витаминками. Так. Всякая хурма она выпадала. Блин, по-моему, я продал что-то лишнее. Да, всякое. А, черт! Случайно продал ожерелье, которое, в общем-то, продавать не хотел. Ну ладно, это не страшно. Так, это тоже продаем. Это тоже продаем. Это теперь подбираем и продаем. Ну ладно, давай сходим уже и... А, ну сначала заапгрейдимся. О, новое что-то. Угу, усиленная защита. Это хорошо, это полезно. Так, и вот это тоже возьмем. Iron Shirt. Так, soul close to your mouth. А, я буду больше поднимать... Я буду больше поднимать, собственно, душ. Ну, точнее, мне не нужно будет так четко по ним целиться. Вот сейчас вот мы продемонстрируем этот эффект замечательный. Я надеюсь, что замечательный. Ну, что-то как-то пока не чувствуется особенного эффекта. Ну, ладно, возможно, он какой-то такой, значит, накопится постепенно. Так, я могу сразу перейти на вариант вот с волны с 10 по 20, видимо. Ну-ка, давай попробуем. Или нет? Так. Ничего себе. Слушай, ну тут прям это... Прям боевик? Прям вообще боевик. Нет, ты знаешь, это немножечко не то, чего я ожидал. Ну ладно, здесь мы тоже подеремся. Только чувствую недолго. Надо было еще переодеться. У меня же появились еще какие-то костюмчики. Мне нравится вот внизу там чувак на мотоцикле и женщина с пистолетом. Да-да-да. Они такие харизматичные. А еще котик в окно высунулся, и язык у него развивается. Вот он здоровенный, монструозный. Да, да, котик. Да-да, именно вот, котик. Блин, надо было пойти в первый. В первый все-таки раздел надо было пойти, чтобы там постараться пройти 20 волн. Но я докачался до 6-го уровня. Это, в общем-то... То, что мне нужно было как раз. Можешь надеть шикарные перчатки. Да, я могу наконец-то заэквипить шикарные перчатки. Так. А также посмотреть, что у нас тут доступно в апгрейдах. В апгрейдах ничего не доступно, потому что у меня мало ресурсов и низковат уровень. Поэтому давай мы сходим в первую битву и посмотрим, каких успехов я смогу в ней добиться. Насколько быстро... О, ты смотри, как они ложатся быстро. Черт, я не переоделся просто опять. Ну ничего, ничего. Что мне еще, в общем-то, нужно, кроме трусов семейных? И все. Трусов семейных и чудесного голого петушечьего торса. Так. Мне кажется, это такой, знаешь, гормональный цыпленок вот этот вот. Знаешь, на стероидах? Да-да, цыпленок на стероидах. Гормоны роста. Ты че, вот ножки Буша? Да-да, именно они. Сейчас мы инспектора-то вон отмордуем. Ты видишь, видишь, как он слег-то? Просто вообще на раз. Давай, ты следующий. А теперь ты. И вы, пацанчики, зря полезли на меня. Фу, но я все равно чувствую опасность на самом деле. Не факт, что я смогу пройти, потому что у меня уже менее половины здоровья. О, это что-то новенькое. Не валяшки какие-то. Колесные. Так. Китайцы с закусочной. О,
боже мой. Господи, давай по одному. Мне кажется, они за крылышками пробежали. Наверняка. Может, за какими-нибудь железами. Это что за покемон? Нет, для делать крылышки терияки. Так, давай-ка вот этого вот отмордуем. А теперь вот этого. Черт, я чувствую, меня сейчас убьют. Белый пояс его зовут. Ну я хотя бы посмотрю на 20-ю волну. 24 хитпоинта. Хоть без шансов. Боже мой, кукловод, боже, какой-то. Все. Катакрюгер. Красноглазый. Слушай, ну я хорошо выступил, я считаю. Так, взять все. Экзит, посмотрим, что я там такого набрал, что мне можно экипировать. Крит, ну я не знаю, крит это, конечно, дело хорошее, но, по-моему, все-таки плюс ХП, оно как-то по-это, знаешь, постабильнее, попонятнее, поприятней. Так, продадим пончики. О, курточка новая, смотри. Оп, и еще аутфиты хотел новые посмотреть. Да, точно, хотел посмотреть новые аутфиты. Так, это мы тоже продадим, и это продадим, да и это продадим. Так, аутфитики. Кроме трусов семейных, что можно надеть? Жилеточка. Смотри, какая джинсовая. О, вот это классно. Неплохо. И все, в общем-то. Ну, не знаю, не, ну вот это неплохой вариант. Так, кроме этой башки что-нибудь появилось? Кепка появилась. Господи, ты, боже мой, кикер. Что? Серьезно? Шапка констебля? А вот это неплохо. Так, и можно надеть очочки. И пока что... Там все. Больше ну, ничего, не, мы не да. будем. Мы не будем надевать очочки. А вот так неплохо, знаешь, такой падший констебль-каратист. Примерно. Примерно так это я для себя определю. Ну что ж, ребят, это игрушка Chicken Assassin. Какой бы костюм вы хотели увидеть на этом цыпленке? Кроме очевидного костюма цыпленка. Все ссылки, связанные с этой игрой, находятся в описании к видеоролику. Огромное всем спасибо и пока. Пока.